Здравствуйте, уважаемые зрители. Последние новости в этом году. Армения сняла запрет на импорт турецких товаров. Правительство Армении на заседании 30 декабря сняло запрет на импорт товаров турецкого происхождения. Запрет был установлен на 6 месяцев. Да, я делал ролик, вроде раньше говорили, что они продлят, но сейчас отменили. И в июне он был продлен еще на полгода, и вот сейчас срок запрета исчезает, завтра как раз. Сегодня было последнее заседание исполнительной власти в Армении, и в повестке дня не было такого проектного решения, а это значит запрет, действующий на протяжении года, с 22 года, с 1 января больше не будет действовать, так что... Все, турецкие товары будут свободно продаваться в Армении. Сейчас Новый год, и бакинская снегурочка, такая статья небольшая. У современных детей все еще сохранилась вера в волшебство. Видите, вот снегурочка, Дед Мороз и ребенок. Это супруги Татьяна и Олег. Одни из востребованных аниматоров в Баку. В новогоднюю ночь они облачаются в костюмы Деда Мороза и Снегурочки и вместе со своим сыном Владиславом в образе эльфа отправляются дарить детишкам праздничное настроение. Видите, как в Баку даже и Дед Мороз, и Снегурочка есть своя. Как раз фотографии посмотрите. Дед Мороз, какая... Снегурочка симпатичная. Последняя новость. Всех азербайджанцев с Новым годом поздравляю. И какая погода будет в Баку и в Азербайджане? По данным Национальной службы гидрометеорологии Азербайджана, температура воздуха ночью от 2 до 5 градусов тепла, днем с 9 до 12 градусов. Погода нормальная, плюсовая, хорошо. Всех с Новым годом. Спасибо, что смотрите, кто меня поддерживает. Хорошего всем встретить веселого Нового года, чтобы 22-й год был всех удачным, счастливым. И всем спасибо, всем пока, до новых встреч.